20 апреля, в Национальный день донора, двери ульяновской станции переливания крови открыты настежь. В эту праздничную дату здесь ждут каждого ульяновца, а также чествуют заслуженных доноров со всей области. В коридорах толпы желающих. Одними из первых сдать кровь спешат сами сотрудники центра. Традиционно мы стараемся, конечно, вот все эти сотрудники станции переливания крови, которые являются донорами, стараются сдать кровь, естественно, в этот день. Обязательно, так сказать, чествуем доноров, которые, так сказать, сдали больше 100 раз плазму или кровь. Естественно, приглашаем их, чаепитие традиционно, так сказать, вручение памятных подарков, призов, ну и, соответственно, так сказать, почетные грамоты. Я, пользуюсь моментом, хотел бы поздравить всех доноров Российской Федерации, а в первую очередь, конечно, доноров Ульяновской области. Сегодня в регионе насчитывается свыше 9000 почетных доноров. Тяжелые воспоминания. Маме переливали кровь. Нам же помогли. Воспоминания, из-за которых 60-летняя Галия Забирова едва сдерживает слезы. Однажды добровольцы спасли жизнь ее матери, а затем доноры вдохновили ее, тогда 18-летнюю Галию, впервые сдать кровь, чтобы также помочь другим людям. Сейчас женщина – почетный донор Ульяновской области. Галия Ибрагимовна сдала кровь в 91 раз. То есть, какая-то уже такая обыденная процедура. Если были какие-то там, может, и волновалась, или что-то, но я переношу хорошо, и мне нет повода волноваться. Впервые успешную трансфузию крови в России осуществили в одной из петербургских клиник 20 апреля 1832 года. Тогда столичный врач-акушер Андрей Вольф, не зная точной технологии процедуры, рискуя собственной жизнью, спас роженицу от кровоизлияния посредством переливания крови. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.